Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий день. На минулых выходных Рогачёв сустрел удельников и гостей Дня белорусского письменства. У столицу республиканского свята завитали деячи культуры, представники аккредитованных у Беларуси дипломатичных миссий, белорусских диаспор с близкого и далекого замежа. Об самых интересных подеях расскажет наш корреспондент Олег Сентюров. День белорусского письменства на Гомельщине прошел у четвертый раз. Двойчи это свято прямал туров, одной чехойники. Усю подрыхтовчую работу у Рогачёва координовал Национальный аркомитет. При том, что сделать необходимо было шмат. Починаючи от доброго порадкования города и наведения порядку на всех дорогах, которые ведут у сегодняшнюю столицу белорусского письменства, для организации тематичных подворков. Тут земля такая, тут все дыхая историей, культурой, мовой, литературой, имены Мелеш, Шамякин, Макаёнок, ды Караткевич, ды хіба гэта не заслуговая, каб свята прыйшло ў такі горад. І паглядзіце, вуліцы і плошчы горада. Собралася ўся краіна, ўся Беларусь. Па сутнасці, Дзень беларускага пісьменства свята нацыянальнае, якое адзначаецца штогод. Пры гэтым яго канцэпцыя ніколі не змяняецца. Неабходна паказаць еднасць беларускага друкаванага слова з гісторыі беларускага народа. Нам ёсць чым ганарыцца. У чым можна было ўпэўніцца падчас наведвання друкарскага двара 16-го стагоддзя. Менавіта такім абсталяваннем карысталіся першыя кнігадрукары і менавіта такім чынам выдавалася першая літаратура. Усе гэтыя станкі, дарэчы, з'яўляюцца дзеючымі экспанатамі першага беларускага музея пісьменства. Зараз ён ствараецца ў Вілейцы, а пакуль кожны жадаючы мог надрукаваць ліст са скарынаўскай біблії па тагачасных тэхналогіях ці вырабіць паперу, на якой біблія убачыла свет амаль 5 стагоддзяў таму. Вось гэтая папера выраблена па тэхналогіі 16-го стагоддзя. Менавіта на такой паперы друкаваў свае кнігі Францыск Скарына. Яна, дарэчы, вельмі высокай якасці, хоць у яе аснове ўсяго два кампаненты – вода і лён. Адкрыццё дома кнігі – падзея, якую ў Рогачёве чакалі даўно. Па сутнасці, ў райцэнтры да гэтага часу нават не было спецыялізаванай кніжнай крамы, ды і бібліятэка размяшчалася адначасова ў некалькіх будынках у розных кутках горада. Цяпер гэтую сітуацыю выправілі. Дом кнігі па-рагачёўскі – гэта шматфункцыянальны комплекс, аб'яднаны культам кнігі. Асаблівую ўвагу пры гэтым надалі афармленню дзіцячай паловы бібліятэкі. Урэшце, калі не долучыць да чытання ў такім возрасте, потом будет поздно. У нас есть дерево творчества. Мы очень часто объявляем много различных конкурсов рисунков детского творчества. На этом дереве творчества мы помещаем детские рисунки. У нас есть замечательный ростомер, на котором мы измеряем не только рост ребенка, возраст, но и помечаем, в каком возрасте, до какой книги дорос ребенок. Что год у Беларуси выдается около 11 тысяч наименьев книг, агульным тиражом около 30 миллионов экземпляров. Представники выдавецтва укажут, что подоход до выбору автору довольно строгий. У речи книга повинна окупаться, а тому быть цікавой для читача. Накольки это отрымливается, можно мерковать по выниках мониторингу, проведенного Союзом письменников Беларуси. До речи, у Рогачёва письменники посадили сад и запевнили, что новый ідэя ёсць у кожнага з іх. Мы правілі апрос всіх бібліятэк. І аказалася, што за 2 года кнігі беларускіх пісателей затребавалі болей 2,5 мільёнаў чытателей. Вот вам ответ, чытаюць ли наши люди кніг. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачёва. Выборчая кампанія у Беларусі уступае ў галоўную фазу. Заўтра на участках распачынаецца датэрміновае галасаванне. Ад Гомельскай вобласці ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу трэба абраць 17 чалавек. Зараз прэтэндэнтаў 67. Найбольшая канкурэнцыя склалася ў выбарчых акругах абласнога цэнтра, а таксама ў Светлагорскай, Рагачоўскай і Хойніцкай акругах. Асноўны дзень галасавання – 11 верасня. Аднак тыя, хто па асабістых прычынах не змогуць аддаць свой голос у гэты дзень, маюць магчымасць карыстацца сваім грамадзянскім правам загадзя. Датэрміновае галасаванне адбудзецца з 6 па 10 верасня. Участкі будуць працаваць з 10 да 19 гадзін з перапынкам з 2 да 4 дня. Пры сабе неабходна мець пашпарт. Падыдуць таксама пасведчанне дзяржслужачага, ваенны ці студэнцкі білет, вадзіцельскія правы, пенсійнае пасведчанне, а таксама даведка з Міністэрства ўнутраных спраў, калі пашпарт згублены або знаходзіцца на замене.
Участки для голосования подготовлены, подготовлены участковые избирательные комиссии, были проведены с ними тренинги по знанию избирательного законодательства, значит, решены все, значит, вопросы, связанные с обустройством, то есть телефонная связь, помещения оборудованы, кабины для голосования, имеется соответствующее необходимое количество урн для голосования. Сегодня на телеканале «Беларусь-3» протягнется трансляция передвыборных дебатов кандидатов у депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания. У 19 годин стартуют дебаты помеж претендентами на место у парламенте по Хойницкой выборчей окрузе номер 47. С 19.20 до 19.40 дискуссию будут вести кандидаты по Рогачевской выборчей окрузе номер 45. До інших тем. Сегодня означается Международный день доброчинности. Какие проекты и акции зараз проходят на Гомельщине и как активно у них принимают удел звичайные жихары, высветляла наш корреспондент Вероника Ворошилина. Дарить добро, оказывать щирую допомогу тем, кто у ее имеет потребу, это штодённая миссия Гомельской областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа. Она охопливает наиширейший диапазон доброчинных справ и николи не застается у боку от чужих бед и несчастья. Шматликие проекты и акции супрацовники и волонтеры областной организации Червоного Крыжа латят на протягу усяго года. Например, они оказывают допомогу одиноким пожилым людям и вымушенным переселенцам, принимают удел в сборе школьных приналежностей для детей-сирот и в целом умкнуться клопотиться об каждом, кому необходима подтримка. С этого года, с 1 сентября, у нас новая благотворительная началась кампания. У нас есть сестра Милосердия, которая работает в Гомельской областной детской больнице, няня Красного Креста. Она ухаживает за детьми в палате, где находятся дети-сироты. То есть она помогает как мама за детками, у которых некому посмотреть. Мы сейчас объявляем кампанию благотворительную по сбору средств для финансирования данной сестры Милосердия, чтобы она могла там находиться. В дальнейшем мы планируем расширить и уже не одну такую маму-няню содержать, да, а несколько, для того, чтобы в каждой больнице была такая помощница. А як звичайные люди ставятся до доброчинного руху на Гомельщине и у яких проектах принимают удел, мы спытались у жихаров областного центра. К благотворительности отношусь очень даже положительно. И сама участвовала, всегда все вещи старые, свои детские, внуков, всех собирают, вожу в детский дом. Участвовали для детей инвалидов, Дед Мороз летом. Отношусь положительно, если где-то там собирают по магазинам, вкидывают копеечку. Вот сейчас акция идет в одной соцсети «Страномам» по помощи недоношенным деткам. Мы там им осьминожки вяжем, игрушки. Ну и так деньгами, когда можем, там помогаем кому-нибудь. Сейчас очень просто это делать с помощью отправить вот СМС на какой-то определенный номер, и сумма списывается, не нужно никуда ходить. То есть в объявлениях, например, о тех же больных детях уже сразу указывается номер телефона, туда отсылаешь СМС с определенным кодовым словом, и денежки списываются с твоего счета. Доброчинная допомога на Гомельщині потребна и братам нашим меньшим. Тому специальные акции проводят волонтерские объединения по обороне бездомных живел. На их звичайные жихары могут найти себе гадаванца, або покинуть ахвяровані на утримание бездомных котов и собак, которые из-за бездушности и жорсткости своих господаров опынулись на улице. Починать шлях до милосердности треба себе самого и своего ставления до новокольного свету. Робить добро, делиться радостью и душевным теплом просто. Главное, каб гэта сапраўды и шло от чистого сердца. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И у протяг темы доброчинности. Люди, которые имеют проблемы со зроком, бесплатно отримают радиоприемники от громадского объединения «Белая Русь». Для тех, кто не имеет возможности глядеть программы по телебачению альбо доведаться об опошних новинах в интернете, главная крыница информации – радио. Инвалидам по зроку на Гомельщине бесплатно будут вручены 40 радиоприемников. Сегодня подарунки отримали жихары Гомеля, а с завтрашнего дня подобные акции пройдут у районных центрах. Благодаря информации, которую передали, кстати, по радио, сегодня к нам уже позвонили вот пенсионер, глубокий такой уже пенсионер, дедушка, который является тоже инвалидом по зрению, попросили родственники
поддержать и тоже вручить ему такое радио. Завтра они должны к нам приехать, предоставить все документы, и мы тоже пойдем навстречу. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.